Здравствуйте, соучастники. Сегодня у нас в Коре прошелся дождь с утра. И сейчас стоит сильный ветер, но, к счастью, дождь прошел. Аукцион же, в свою очередь, заботится о своих клиентах, раздает всем дождевики, чтобы нам было удобно смотреть машины, за что им спасибо. Так, а сегодня у нас заказ на две машины был. Это одна из них Kia K3 и Hyundai Starex. Starex новые, полноприводные, 9-местные. Давайте я вам покажу кратко эти машины. Сейчас тоже их посмотрим. Все, поехали. Тут у нас Kia K3. Давайте начнем с нее. Автомобиль довольно такой средней комплектации. Не богатый, не бедный совсем. Так, у нее была замена капота, передних крыльев, радиаторные рамы. То есть, скорее всего, да, получил передний удар, но при этом не сильный. У него лонжероны стойкие все в целости. Только крыло это поменяли уже на крашеную деталь или заменили, потом заново покрасили. Но это уже остается под вопросом. В целом, автомобиль по кузову, с ним все в порядке. Так, также еще вот здесь у него была царапина. Но в целом, относительно добротный агрегат. По опциям у него подогревы. Так, нету монитора, но есть Bluetooth. Передние-задние регистраторы были. Кожа в целости, руль тоже кожаный. Push, старт, стоп. Но пробег за 200 тысяч был. Цена привлекла его низкая стартовая, из-за чего сегодня, да, осмотрели полностью автомобиль для клиента. Выслали ему видео. И попробуем также выиграть его дешевле, чем он есть сейчас на данный момент по рынку. Надеемся на хорошую победу. Вот такая у нас К3 была. И сейчас давайте посмотрим Starex. Так, и вот здесь у нас Grand Starex, 2018 год. Дизель, 2,5 литра объем, полный привод, 9 мест. Автомобиль, даже ДТП не было. По страховке замен нету, но у него выявилась покраска. Вот почему по всей правой стороне, по всей правому борту автомобиля. Так, в остальном никаких нареканий нету, что по коробке, что по двигателю. Автомобиль в очень хорошем состоянии, выглядит брутально. Диски тоже интересные. Здесь и старые. Может, внешне она не всем сейчас нравится, слишком футуристичная. А вот Starex еще такой более консервативен, при этом брутален. В данном случае он еще полноприводный. Если старые также еще будут, так сказать, немножко выходить за рамки бюджета, то данный Starex тоже очень хороший вариант. Так, давайте посмотрим с водительского места автомобиль. Автоматический спуск и подъем. 18-й год. Так. Здесь у нас, да, как видим, 101 тысяч километров. Горит только чек о том, что не хватает давления в шинах. Заводской монитор. По опциям тоже добротный. Подогрев обдува водительских кресел есть. Вот управление полным приводом. Соответственно, коробка автомат. По комплектации очень добротный. Давайте я все стартовые цены тоже буду в видео писать текстом, чтобы вы тоже знали, да, примерно сколько они могут стоить. И к этой цене, не знаю, давайте тоже добавлю, за сколько мы выиграли автомобиль, а, конечно же, с разрешения владельца, или за сколько ушел автомобиль уже без разрешения владельца. Так, тоже интересный аппарат, сидится очень комфортно, то есть можно спокойно ехать на дальней дистанции. Сзади нагрузить компанию друзей или пассажиров и отправиться там туда, где хорошо. Пока сидим, давайте посмотрим, за сколько примерно уходят автомобили. Сразу же буду параллельно переводить это в доллары. Так.
вот у нас соната на газу, никто ее не купил. Стартовая цена у нее была $6900. Тут у нас Kia K9 уже 3.8 GDI, бензиновый монстр, который будет поглощать ведрами только. Ага, то есть у него нет замен, но есть покраски. Также никто его не купил. Genesis G80, опять же, 3.8 GDI, но никто на него не делает ставки. Стартовая цена у нее. Так, сколько это? Не купил. $27000 была стартовая цена. И у нас Sportage. Уже потихоньку поднимаются ставки, как видите, вот у нас. У него только замена одной двери. И все. Так, четвертого поколения. Дизель 1.7, передний привод, комплектация Trendy, то есть самая начальная. 87000 километров всего пробега. 2018 год. И по шильдику выбрали его за 12,5 миллионов вон. Что у нас? Доллары 7, $10400. Sorento. Также без каких-либо замен. Дизель 2.0, передний привод, комплектация Prestige. За него прям уже нормально так борется. 97000 километров, 2018 год. 900 долларов, выиграли его за $14900. Это уже Samsung Renault SM5. Мало кто за Кореей, наверное, про него знает. Но он на газу. Очень дешевый вариант, как Renault. Многие модели внешне и внутри полностью схожи с Renault, только логотип отличается. Это грандер. И кто за него делает ставки, у него покрас практически по всему кругу. И замена крышки багажника. Карнивал. У него уже задняя часть вся ремонтировалась. Весь бассейн ремонтировался. Передние крылья менялись. Крышка багажника поменялась. Задний усилитель багажника менялся. Но ставки почему-то на него делаются. Так, это у нас 9-местный. 18-й год. 66000 километров. $14600 ушел у нас Карнивал. Kia Rey. Но он уже как грузовой идет. То есть у него только два передних кресла и сзади уже грузовой отсек. Starex 11 мест. Замена одной двери. Покраска задних крыльев. Одной двери пок. Еще одна дверь покрашена. Так. 2018 год. Дизель. Так, 37000 километров. Неохотно борются, торгуются. И выиграли его за $14160. Посмотрим. Есть два ряда. Посмотрим, что у нас на второй линии творится. У нас здесь Morning или Picanto, как ее называют. Тут торгуют активнее. Она полностью без каких-либо замены покрасок. Бензиновый мотор на 1 литр 28000 километров. То есть практически свежий, еще 19 года. За вот такие машины с малым пробегом, практически свежие, корейцы очень любят. Без замен, и за них тоже торгуются. Так, Picanto у нас ушел за $9125 ушел. Вот, в принципе, вот в таком темпе проходят аукционы. Это только один из четырех аукционов. Сегодня у нас разыгрывалось порядка. Так, давайте посмотрим, сколько у нас сегодня машин в целом разыгрывалось. Так, 1177 машин на сегодняшнем аукционе у нас участвует. Все. Так. Даже таким бывает. У него весь перед лонжероны ремонтировались. Колесные арки менялись. Крылья менялись. Такие машины тоже здесь разыгрываются. В принципе, так проходят, собственно, сами торги. И вот такие у нас будни. Сегодняшний аукцион уже завершился. Это видео получилось относительно коротким. Вам всем спасибо огромное за просмотр, соучастники. Желаю всем только самого наилучшего. И пусть ваш день будет отличным.
Всем спасибо.